Есть старинная формула. Надо либо базар фильтровать, либо за него отвечать. Так вот, эта формула работает совершенно независимо от того, говорите вы что-то с глазу на глаз и рискуете просто получить по морде, или говорите что-нибудь в открытом эфире и рискуете получить повестку в суд. В любом случае, за свои слова надо отвечать, где бы они ни были сказаны. И интернет в этом смысле никоим образом не исключение из общего правила. И я думаю, что декларации абсолютной свободы интернета, сочиненные на заре всемирной сети, они, конечно, очень хороши и красивы, но они исходят из того, что виртуальный мир полностью отделен от реального. Так вот, это не так. В виртуальном и в реальном мире действуют одни и те же люди, и, соответственно, за свои действия они должны одинаково отвечать в обоих мирах.